Украина проведет военные учения одновременно с российскими «Запад-2017». Об этом сообщают в украинском Минобороне. Ожидается, что командно-штабные учения «Несокрушимая стойкость-2017» пройдут с 12 по 15 сентября. Их цель – подготовить войска к возможному обострению военно-стратегической обстановки вокруг Украины. Военные проведут тренировку сил и средств территориальной обороны, а также завершат полный цикл оперативного планирования применения группировок войск.